Мне задают вопрос, а может ли быть ранее судимый аким, участвовать в выборах и так далее. Это вообще-то чисто технический вопрос. Вообще судимость по закону может быть снята. Есть понятие погашения судимости. Если она погашена, то человек может занимать любые посты, если он сумел победить на выборах. То есть, если у него раньше была судимость, потом судимость погашена, он может участвовать на выборах. Если народ считает, что это не является препятствием, то опять же народ решает, выбирает его. И опять же, ни о чем не говорит, что человек судимый. Ну, мог ошибиться, еще какие-то могли обстоятельства сложиться. Но если он снова нарушит закон, то он будет просто посажен в тюрьму, потому что судебная система независима. Правоохранительные органы, они другие, не коррупционные, как нынешние, потому что они будут получать совершенно другую оплату за свой труд. Вы все время, когда эти вещи говорите, вы должны иметь в виду, что вы не должны отталкиваться от текущего режима. У нас будет другая страна, другие законы, другие доходы. Нефтяники, например, будут получать не как сейчас $300, минимум 1500. Минимум. А я вам просто говорю, что реально они будут получать в среднем не менее $3000. Мы этого добьемся. И поэтому люди будут уже другие, законы другие, все будет по-другому. Поэтому вы все время смотрите текущую жизнь, говорите, а вдруг вот так вот. Не будет так. Все поменяется.